Я думаю, что пик своего конца обнищания духовного мы уже давно прошли. У нас сейчас идет уже возрождение духовности, возрождение культуры. И сейчас находимся в движении вверх. Это об этом многие говорят. Об этом говорят и реакции зрителей. Ну, вот, допустим, я же пою программы разные, я вижу по реакции, что хотят люди слушать. Какие теперь люди уже, и молодежь тоже, хочет не просто слушать одни голые ритмы с какими-то такими, этими возбуждающими эмоцию звуками, хотят и слышать, и ощущать именно и какие-то волнующие их интересные темы, которые бы они были, затрагивались в песнях, в произведениях. То есть сейчас процесс идет положительный.